Граждан России, эвакуированных из сектора Газа, встретили в Черкесске. В Карачаево-Черкесию прибыли 6 человек. Обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы сферы образования на 2 дня в Карачаево-Черкесию прибыли педагоги из Башкирии. В республике с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли около 60 человек. О важности соблюдения правил напоминают инспекторы. 13 ноября во всем мире отметили День слепых. Эта дата – еще одно напоминание о людях, которые не видят всех красок и нуждаются во внимании. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. На автовокзале Черкесска сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии встретили граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. В регион прибыли 6 человек, из них 2 дети, которых разместят у родственников. Специалисты чрезвычайного ведомства организовали сопровождение соотечественников в Карачаевск. Прибывшим гражданам оказана психологическая поддержка. Напомним, в Каире работает оперативный штаб. Людям оказывают необходимую психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы. Педагоги Башкирии делятся своим опытом преподавания с коллегами из Карачаево-Черкесии. Почетных гостей встречали в Институте повышения квалификации работников образования Черкеска. В течение 2 дней участники планируют обсудить такие проблемы, как дефицит педагогических и руководящих работников на примере Республики Башкортостан, методы и технологии командной работы со школьниками и другие вопросы. Цель мероприятия – повышение качества образования, престижа профессии педагога и формирование идей образовательного пространства подготовки педагогических кадров, говорили на открытии мероприятия. Но самое главное – это кадры. Если у нас не будет кадров, которые понимают, каким образом использовать это оборудование для достижения той цели, для чего мы его получили, мы задачу не выполним. Ключевым звеном для повышения качества образования в системе образования является педагог. Но мне кажется, самое главное звено – это руководство образовательной организации. Мы очень надеемся, что эти мероприятия у нас станут общими. Почему? Потому что наша задача – это создание единого образовательного пространства профессионального роста педагога, начиная с психолого-педагогических классов, заканчивая действующими учителями и образовательными организациями, где происходят все эти процессы. В 3 воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. Почти 2 десятка лет назад Генеральная Ассамблея ООН предложила выделить в календаре дат тематический день. О его важности для Карачаево-Черкесии нашему корреспонденту Артуру Мхце напомнили сотрудники Республиканской госавтоинспекции. В Карачаево-Черкесии с начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли около 6 десятков человек. Причин немало. Кто-то сочтет, что во всем виноваты более качественные автомобильные трассы, которые безопасными являются лишь по документам. Иные назовут виновником технологический процесс, из-за чего на улицах немало скоростных, а значит опасных автомобилей. И все же самым, пожалуй, важным фактором увеличения статистики смертности и травматизма является незнание участниками дорожного движения правил или нежелание следовать им. Республиканские автоинспекторы решили напомнить водителям и пешеходам о том, что те во избежание печальных последствий сами должны соблюдать свод требований. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 55 человек. Эта цифра довольно-таки большая для нашей республики. Конечно, если задумаешься, это очень такие страшные цифры. Посему сегодня мы решили принять участие вот в этой акции, для того, чтобы поддержать людей, которые нуждаются в помощи, в том числе и людей, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, выступив в качестве доноров и сдав кровь. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий появился в международном календаре дат в 2005 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Таким способом было предложено напоминать всем, кто пользуется транспортом или переходит проезжую часть, что правила составлены именно для безопасности. Полицейские Карачаево-Черкесии постоянно участвуют в различных, в том числе профилактических акциях, чтобы объяснять пешеходам и водителям о необходимости быть внимательными. На этот раз автоинспекторы посетили региональную станцию переливания крови.
Они всегда периодически приходят и помогают нам в помощи, оказании помощи больным, реципиентам, сдают кровь и вот, участвуют во многих акциях. Они у нас и донорство крови, и автомотодонор, акция доброты. Если не считать, что у нас больных много гематологических, онкологических, это вот у нас доноры первого порядка идут, а второго порядка у нас, конечно, много ДТП. Кому, как не медикам, знать, насколько ценными являются подобные акции для спасения здоровья и жизни людей. Конечно, сами правила с кровью не передаются, но если участники дорожного движения будут в курсе, что различными мероприятиями полицейские стараются убедить людей быть осторожными и уважать окружающих, может, тогда на улицах региона станет безопасней. Проводя вот эту акцию сегодня, мы также хотим, конечно же, напомнить нашим участникам дорожного движения. Это касается как пешеходов, так и водителей, так и пассажиров транспортных средств, чтобы они все выполняли свои обязанности, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Каждый должен выполнять свои обязанности тогда, когда он выступает в качестве участника дорожного движения. Если каждый у нас будет делать то, что ему полагается по закону, конечно, у нас ситуация будет более праздная, скажем так. Да, и дорожно-транспортных происшествий именно вот с такими тяжкими последствиями. И, конечно же, у нас трупов будет гораздо меньше. Потому мы стараемся больше работу проводить именно по профилактике. Хочется обратиться к нашим водителям. Пожалуйста, не пренебрегайте вот этими простыми, казалось бы, правилами дорожного движения. В обязательном порядке соблюдайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, боковой интервал. И ни в коем случае не садитесь за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это касается как алкогольного опьянения, так и случаев, когда у нас водители употребляют вещества запрещенные. То есть, и некоторые из них считают, что это не считается за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Человек в любом случае уже не контролирует себя в таком случае. По статистике, примерно половина всех случаев смерти происходит среди уязвимых пользователей дорог – пешеходов. Темное время суток, туман, скользкая трасса – это и многое другое может оказать существенное влияние на судьбы участников дорожного движения. Поэтому стражи порядка напоминают о необходимости всегда следовать букве закона – соблюдать правила. Артур Мкце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Ежегодно 13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. В филармонии Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. В Карачаево-Черкесии живет более 3500 инвалидов по зрению. Большинство из них являются членами Всероссийского общества слепых. Они с большим удовольствием посещают мероприятия в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих, читают различную литературу и периодику, адаптированную для инвалидов по зрению. Устраивают концерты и творческие вечера. Уютный зал филармонии был до отказа полон. Собравшиеся смогли пообщаться в дружественной атмосфере и насладиться красивыми мелодиями и стихами. Председатель общества слепых Сергей Дубовик отметил значимость Всемирного дня слепых. Говорят, что это не праздник. Неправда. Праздник, потому что это для нас лишний повод встретиться в торжественной обстановке. Убедиться, что мы живы. Полны энергии, задора, оптимизма, жизнерадостные, неунывающие, уверенно смотрящие в завтрашний день. Вот с этим я вас всех и поздравляю. Известный поэт и автор-исполнитель Олег Походи подарил поклонникам своего творчества прекрасный концерт, на котором читал свои проникновенные стихи и исполнял лирические песни. Я умею писать сонеты, и исполните я могу подарить планету и рассвет мазочек галы. Международный день слепых и слабовидящих – это еще одно напоминание о том, что среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются во внимании и понимании. Альбина Курочинова-Кенджева, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. А далее смотрите нашу постоянную рубрику «Экономика» с Альбиной Ламковой.